защитника крайнего. Здесь больше нацелен на атаку, но если Игорь Бурко забивает, то мячи красавцы у него получаются. Глеб сам все решает. Вы посмотрите, что вытворяет Вячеслав Глеб. Казалось, защитник выше его. Тем не менее, корпус ставит, разворачивается и мяч отправляет мимо вышедшего Владимира Бушмы. Неправил, по мнению Сергея Цинкевича, в этой борьбе. И таким образом Крумкачи выходит вперед. Вот тот мяч, которого мы ждали еще в первом тайме, для того, чтобы игра так возрос градус в этом матче. Еще раз наблюдаем. Ну вот, казалось бы, простая передача вперед на борьбу. И здесь Рудыка должен ставить корпус, но проигрывает эту борьбу. А вот было движение рукой у Вячеслава Глеба? Нарушал он здесь правила? Да нет, не было никакого нарушения. Ну еще раз, давай на повторе посмотрим. Вот смотри, Рудыка бежит за Глебом. Ох, как же здорово корпус поставил Глеб, да? Развернулся классно, да, не было нарушения правил, это уже... Обслуживает сегодняшний матч бригада арбитров во главе с Дмитрием Дмитриевым. Помогают ему на линиях Сергей Теслюк, Денис Емельянчиков. А у нас опасный Вячеслав Глеб! И это гол 1-1! Крумкачи сравнивают на второй минуте второго тайма. Провал в обороне. Да, несогласованное действие. Хорошая поперечная передача в угол, в район сегмента штрафной площади. С мячом встретился Вячеслав Глеб. Абсолютно один был 99-й номер Крумкачов. Продолжается атака Шикавка. Простреливает. Неплохая передача. Гол! Отлично! И снова в обороне. Бардак в обороне Белшина. Неплохая передача Шикавки. Это стоит отметить. Наконец-то прострел прошел. Достиг ноги. Мяч достиг ноги футболиста Вячеслав Глеб, ну, один, 23-й номер.